Теперь у нас в саду есть модель самолета, который нам подарил завод «Авиастар». Мы можем любоваться самолетом или представлять себя летчиками. Представлять себя за штурвалом самолета может теперь не только 5-летняя Настя, но и другие воспитанники детского сада номер 31 «Россияночка» Заволжского района. Прототип самого скоростного в мире самолета Ту-20 с винтовыми двигателями дошкольному учреждению подарил коллектив ульяновского завода «Авиастар» в честь 42-й годовщины со дня образования предприятия. Идея создания мини-версии воздушного судна, как признается руководство завода, зародилась давно и принадлежит родителям, чьи малыши ходят в «Россияночку». На «Авиастаре» работают больше половины пап и мам. Специалист-авиатор готовится с детского садика. Вот, поэтому мы взаимодействуем с садиками, в частности, с 31-м садиком. Благодарны его заведующему Елене Михайловне за то, что это взаимодействие у нас выстроено в такой форме, что вот даже такие вот приятные события происходят. Шаг навстречу самолетам и воздушным профессиям дошколка сделала еще год назад. Тогда в учреждении создали небольшой музей авиации с экспонатами и историческими фотографиями. Мы устраиваем взаимопосещение, мы участвуем активно в Дне открытых дверей «Авиастара». И такой подарок, конечно же, это первый подарок, но мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Экскурсии на завод, как оказалось, не проходят даром. Дети наизусть знают, какую продукцию выпускают на авиазаводе. На нашем заводе «Авиастар» выпускают самые разные самолеты, такие как Ил-76, Ту-204 и самый большой самолет в мире Ан-124 «Руслан». Не успели Ту-20 смонтировать, как он уже стал пользоваться популярностью у тех, для кого предназначен. Дети садятся в кабину самолета и управляют невидимым штурвалом. А потом все дружно, в присутствии родителей и гостей, юные пилоты отправили свое судно в импровизированный полет. Самолет отправляется в полет! Отправим! В восторге от презента не только малыши, но и их родители. С сегодняшнего дня мы хотим стать стюардессой. Нас нарядили, мы красивые, с галстучками, со всеми делами. Вот. Да, она знает, что такое самолет. Мы ходили на экскурсии, смотрели изнутри и снаружи. Это очень интересно на самом деле. Вот. Папа у нас военный тоже. Подобный маленький авиалайнер в скором времени украсит территорию еще одного дошкольного учреждения. На Ту-20, сделанным работниками агрегатно-сборочного производства завода, будут летать дети из садика номер 229. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».